Полярном торжественно открыли новый мемориальный объект. Закладной камень установлен в честь 90-летия со дня образования управления ФСБ по Северному флоту. Ровно 90 лет назад в Полярном было создано первое структурное подразделение, осуществляющее контрразведывательное обеспечение кораблей и частей военно-морского флота. Орган госбезопасности сыграл не последнюю роль в военной истории, подчеркнул командующий Северным флотом Александр Моисеев. Создать систему обороны и систему безопасности здесь, на Северном флоте, и в дальнейшем, в первую очередь, годы Великой Отечественной войны, выполнить все поставленные задачи вместе. Контрразведчики базировались именно здесь, в здании, расположенном на месте, где сегодня установлен мемориальный объект. Оно стояло тут до 42-го года. В 42-м году в июле месяце немецкие бомбардировщики сравняли полностью его с землей. Восстановлено оно было только в 47-м году. До 53-го года управление находилось в данном здании. Позже орган перебазировали в нынешнюю столицу Северного флота Североморск. Но историю решили сохранить. Так на месте появился закладной камень, который установили по решению комиссии, осуществляющей мониторинг состояния военно-мемориальных объектов в регионе.